Привет! В данном видео поговорим о том, чем опасны, если перепутаны фаза и ноль. То есть, скажу на примере, так будет более понятнее. В квартире, в котором живу, которая построена еще в советские времена, в свое время, во время, получается, проведения коммуникации, электропроводки, были... То есть именно в туалете были перепутаны фазы и ноль. То есть в остальных комнатах все в порядке, а именно там электрики то есть перепутали фазу и ноль. В результате чего в данном там то есть, в патроне лампочки постоянно присутствует фаза. То есть к выключателю к освещению туалета идет ноль, то есть выключатель выключает ноль, не фазу, как это должно быть, а на патрон лампочки постоянно подается фаза. И чем это опасно? То есть, если при замене лампочки случайно дотронуться до контактов самой лампочки, то ударить током, и это может быть смертельным. То есть, это может быть смертельно опасно. Да, то есть, когда вот, допустим, возьмем лампочку, да, вот когда вы меняете, да, ну, можно, когда вот уже почти вывернули, можно случайно дотронуться, то есть, до контакта, да, и в таком случае ударить током. И это может быть смертельно опасным, то есть, к выключателю должна подаваться именно фаза, то есть, когда вы выключаете свет, то есть, фаза вырубается, туда постоянно уже подается ноль. Вот, как видите, да, в данном случае в одну из комнат подается на постоянной основе фаза, а выключатель получилось так, что выключает только ноль вместо фазы. Поэтому при проведении каких-то ремонтных работ сначала проверьте все там, патроны там, и так далее, розетки и другие вещи, на предмет корректности подключения. В данном случае, так как это патрон для того, чтобы прикрутить лампу, да, для освещения, в данном случае, да, ситуацию исправить тяжело, то есть в этом случае нужно исправить стены, представляете, то, чтобы провода поменять, да, то есть нужно полностью произвести замену электропроводки для устранения в этом, то есть данной, как говорится, опасной ситуации. Поэтому будьте внимательны, да, и проверьте, то есть возможно, то есть данный случай нередки и путают, да, иногда электрик не пользуется индикаторной отверткой, то есть можете проверить на предмет корректности подключения, то есть когда у вас все выключит, да, то есть, ну, получается, в патроне, куда вы прикручиваете лампочку, там не должно быть фазы, то есть выключатель, к выключателю должно быть подаваться фаза, и когда вы выключаете, так это, извините за тавтологию, выключатель на патрон не должна подаваться фаза. Это создает опасную ситуацию, опасную для жизни. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Для таких целей есть индикаторная отвертка. Перед проведением каких-то работ, там будто банально замена лампочки или других работ, я всегда проверяю индикаторной отверткой. В одном из видео я записывал, как им пользоваться. Вот острым концом мы прикладываем, дотрагиваемся, ну, то есть острой стороной мы отверткой прислоняем именно к контакту, а наверху контактной площадки держим пальцем. И если имеется фаза, вот тут индикатор он загорается.
Если это 0, то ничего не происходит. А также я показывал в одном из видео, как с помощью тестера, да, при отсутствии индикатора на отвертке, как с помощью тестера определить фазу. Давайте на примере еще раз покажу. То есть вот индикатор на отвертка. Так, вот она. Так, и соответственно, если мы попадаем. Так, это у нас 0. То есть, где фаза, там вот загорается индикатор. Видите, красным горит. Не знаю, видно вам, нет. Вот выключил свет, чтобы было лучше видно. То есть, если фаза, вот ставлю отвертку. Видите, вот я оставил отвертку. Да, и на верхнюю кладку, на площадку приложил палец, да, именно на верхнюю, то есть... Вы нижнюю часть отвертки, пожалуйста, не трогайте. А, так, вот, и если фаза, видите, горит красный индикатор, да, немного оранжевый. Если это 0, не горит ничего. Фаза горит, вот. Ну, это видео, вот. Таким образом, если и выключено состояние, да, вот, у вас выключено и выключено, а... патроне присутствует фаза, то это тревожный признак, поэтому понимаю, что ошибки совершаются достаточно часто, и во избежание опасных ситуаций всегда проверяю индикатор на отвертке. Будьте, пожалуйста, внимательны, проверяйте исправность соединений, потому что это в первую очередь ваша безопасность. То есть ошибки, они нередки, и вот такие вот ошибки элементарно, да, когда выключатели подбили 0 вместо фазы, чтобы его вырубать фазу, приходит постоянно, то есть получается, поступает фаза именно на патрон, даже в выключенном состоянии, что может подвигать опасности вашей жизни. Пожалуйста, все перепроверяйте, будьте внимательны. Подписывайтесь на мой канал, впереди много интересных видео, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых выпусков. Всем удачи, всем пока!